сейчас мы идем на стоянку древнего человека. Вот по таким вот ступенькам. Идем в гости к родственникам, неандертальцам. Ну тут, в принципе, перила есть, я бы не сказала, что ужас и кошмар, нормально. Нормально. А вот подниматься будет, да. Отдышка всем обеспечена. Если только, конечно, мы с другой стороны какой-нибудь пологой не поднимемся. Как красиво. Я поняла, почему тут так чувствуешь себя абсолютно по-другому. Ну, во-первых, здесь нет этих тык-дымщиков, которых дофига в Адыгее и в других туристических местах. Сюда нога урбанистического туриста еще не добралась. Это раз. А во-вторых, тебя окружают монолиты, которым много миллионов лет. И вот это вот ощущение мощное покоя, как в каменном мешке в Абхазии. Спокойствие, уверенность, что ничего бесследно не проходит в этой жизни. Все остается. Даже ракушки сохраняются миллионы лет. И от нас обязательно тоже что-то останется. Ну да, тут все очень любят писать. Идем послушаем, что нам расскажет про стоянку неандертальцев.